Здравствуйте, товарищи рыболовы. В сегодняшнем видеообзоре хочу вам рассказать немного об очень интересной приманке от фирмы Lucky John. Многие, наверное, большинство рыболовов знакомы с продукцией данной фирмы. Продукция данной фирмы отличается высоким качеством и отличной уловистостью приманок. Приманка называется Baxi Shad. Длина ее составляет 99 мм. Фасуется в упаковке по 5 штук. Изготавливается из съедобной резины. Относится к классу силиконовых приманок как виброхвост. Ну, как мы все привыкли, как правило, виброхвост имитирует, точнее, тело виброхвоста имитирует какое-либо тело какой-либо рыбки. Ну, инженеры Lucky John пошли немножко другим путем. Они сделали необычную приманку, оставив классический виброхвост, но с необычным телом. Тело ее, как видите, приплюснуто и имеет множество различных ножек, лапок, усиков, как кому удобнее. Благодаря которым данная приманка создает высокочастотные дополнительные колебания в водной среде, что не может не заинтересовать какого-либо хищника. Данная приманка может оснащаться как джиговой головкой, также и офсетным крючком на шарнирном соединении с чебурашкой. И также она прекрасно подойдет для, точнее, ее можно использовать как оснастку без загрузки в силу ее довольно-таки упитанного тела, который имеет приличный вес. Приманка очень мягкая, живая, играет просто шикарно. Всем могу смело рекомендовать данную приманку. Не раз выручала. В особенности по щуке. Но несмотря на размер, даже случаются поклевки крупного окуня. Почти 10 сантиметров для окуня, на мой взгляд, это крупновато, но, как показывает практика, ему тоже очень нравится данная приманка. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.